Свет. Камера. Мотор. Поехали. 10 марта в Ставрополе прошел долгожданный для киноманов и молодежи города фестиваль-конкурс короткометражного кино «Серебряная пленка». И самая большая киноплощадка краевого центра была почти полностью занята. Смотрю, насколько увлечены ребята, смотрю, насколько интересно проходит сегодняшнее общение. И думаю, что когда мы станем зрителями вот тех работ, которые представлены на конкурсе, тем более, когда озвучим победителей, в зале просто не будет равнодушных, потому что это настолько замечательное мероприятие. Кажется, еще совсем недавно фестиваль «Серебряная пленка» знали пара десятков человек. Прошло 4 года, и конкурс получил звание всероссийский. Но это еще не предел. Следующий шаг – выход на международный уровень. Изначально «Серебряная пленка» была лишь небольшим проектом, знали о котором исключительно в пределах города. Однако активные молодые организаторы конкурса не стоят на месте и продолжают развивать свое творение. Спустя некоторое время проект стал краевым. А в прошлом году Станислав Закусило получил грант Северокавказского молодежного форума «Машук-2014». Это позволило конкурсу выйти на всероссийский уровень и завоевать внимание широкой публики. Честно, я в неописуемом восторге. Вот, на самом деле, последний месяц выдался очень тяжелый, но, глядя на всю картинку, которая сегодня происходит, все очень отлично, замечательно, позитивно, но все равно считаю, это не предел, есть к чему стремиться. Конкурс проходил в несколько этапов, и начиная с ноября прошлого года шла активная работа по сбору видеороликов и отбору самых интересных материалов на конкурсный показ. А в феврале видеоролики уже оценивала экспертное жюри конкурса. На торжественной церемонии закрытия были просмотрены лучшие работы, а их авторов наградили памятными призами. Организаторам спасибо, вы такие классные призы подготовили. В конкурсе приняли участие ребята из 63 городов России, а также Белоруссии, Германии и Украины. Но помимо талантливых активистов, «Серебряная пленка» привлекла и звезд российского кинематографа. Александра Головина, известного телезрителям по ролям в фильмах «Сволочи», «Елки» и сериалу «Кадетство», а также Ярослава Жалнина, который сыграл в фильме «Гагарин первый в космосе». Актеры приняли участие в оценке конкурсных работ, и результат их приятно удивил. Уровень большой, уровень хороший, но просто я был удивлен, что занимаются ребята вот такими короткометражками даже здесь. У нас в Москве это может быть как-то принято, что здесь это растет, эти короткометражки. В общем, я только за. Победителем конкурса стал режиссер Амир Галиаскаров из города Казань. Именно он получил главный приз фестиваля – профессиональный фотоаппарат. Амир уже не первый год занимается режиссурой. Свою работу он назвал «Солнечный ветер». В фильме главный герой рассказывает историю своей жизни. Жизни глазами слепого. Сегодня вы потеряете зрение полностью и на этот раз навсегда. Счастье, настоящее счастье. Я очень счастлив, что люди оценили фильм. Я очень сильно вложился в него, потому что он такой очень личный фильм. Фильм о слепом человеке. Фильм не обо мне, но я лично знаю человека, с которым я образ списывал. Я счастлив, что люди оценили эту проблему, оценили, что надо ценить то, что у нас есть, то, что ты видишь, это уже счастье, в отличие от тех людей, кто не может этого делать. Поэтому я рад, что люди понимают эту проблему и могут оценить ее. Равнодушных в зале не осталось. «Серебряную пленку» в следующем году будут ждать с нетерпением. Каждый из зрителей надеется, что шоу станет еще более масштабным, а каждый из режиссеров, что именно его работа будет признана лучшей. Виктория Соболь, Роман Солодовников, Иван Дацунов, АТВ «Ставрополь».